Основной этап работы августовского форума уже пройден. Участники обсуждали проблемы в системе образования, роль педагога в современном обществе, методы воспитания и их развития. Это главные и волнующие вопросы настоящего времени. Ведь в центре внимания находится ребенок, его гармоничное, духовное и физическое развитие. В рамках форума все участники представляют свои проекты и презентации. Например, Марина Павлова, директор, представляет школу номер 2 из Спирова. Перед нами стала задача о том, чтобы научить детей способом получения знаний. А для того, чтобы это сделать, для того, чтобы научить, мы отлично понимали, что недостаточно уроков, недостаточно урочной деятельности. Необходима неурочная деятельность, то есть это кружки, секции различного направления. И, конечно же, это воспитательная работа. Воспитательная работа не только детей, но и родителей. Помимо проектов развития школьных программ, на форуме представили и мультимедийные новинки. Участник из Тамбова рассказал о компьютерной системе «Просто класс», которая, по его мнению, облегчит жизнь учителям. Педагог получает ряд преимуществ, таких как управление учебным процессом, то есть он со своего рабочего места, как здесь сейчас видно, может управлять и видеть все, что происходит на каждом рабочем месте каждому из учеников, давать задания, контролировать их исполнение, и более того, он может также подключать учеников, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на урок, при этом делая их полноценными участниками учебного процесса. Губернатор Андрей Шевелев, посетивший августовский педагогический форум, высоко оценил все подготовленные проекты и отметил ту работу, которую проделали педагоги Верхневолжья. Губернатор отметил активное участие в форуме молодых специалистов и пообещал им поддержку правительства региона. Именно молодым кадрам предстоит направлять и развивать процессы, основы которых закладываются в эти дни. В этой связи искренне скажу, что с оптимизмом смотрю на динамику притока молодых специалистов в отрасль. Сегодня в сфере образования трудится более 40 тысяч педагогов. Серьезное профессиональное сообщество долгое время испытывало кадровый голод. Это была общегосударственная проблема, которую сегодня удается постепенно решать. В прошлом году, исполняя майские указы президента, правительство области почти втрое увеличило заработную плату школьным педагогам. По словам губернатора, к 2018 году оплата труда на всех ступенях образования будет только расти. В текущем году на систему образования Верхневолжья выделено более 430 миллионов рублей. По завершению форума Андрей Шевелев поздравил педагогов с наступающим учебным годом, после чего лучших воспитателей и учителей удостоили почетных званий.